Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Ольга. И сегодня у меня итоговое отчетное видео по совместному проекту «Неделя стартов» с Анной Полозняк. Неделя стартов проходила с 26 по 30 июля. Мы должны были начать и продвинуть 5 изделий. И сделать отчетное видео. Первый мой стартовый проект был джемперок для внука. Начала я его вязать из джинса. Вот у меня такой джинс. Я не фанат этой пряжи, но так как внук маленький, быстро вырастет из него. Вот, носиться он долго не будет, поэтому я вот решила связать ему такой джемперок, кататься на велосипеде, одеть вечером, на море накинуть. Вот. Сделала такой большой вырез, потому что хлопок растягивается плохо, потом мы подкорректируем, потому что внука рядом нет. Вот, столько я провязала. Вот, мне столечко мне удалось провязать. Продвинуть это, но это у меня будет первоочередное. Вот что хочу сказать по джинсу. Вяжу на спицах, вот я тут пересняла на троечку, на двоечку. Вяжу я на спицах номер 3, очень хорошее полотно на спицах номер 3 получается вот такое. Вот это оно без влажной еще обработки, без ничего, очень хорошее полотно из джинса получается. На спицах, значит, метраж у него 160 метров, 160 метров, да, на 50 грамм, да, 160 метров на 50 грамм у джинса. Вот такое мое продвижение по первому стартовому дню. Вот. Второй стартовый день у меня было заявлено, что я буду вязать жилетку. Вот из такой пряжи виола. Крючочком я вязала 1,3, не хочет крючочек никак. Виола 160 метров на 25 грамм. Это кировский комбинат. Ну, я просто обожаю кировский комбинат. Вот, состав пряжи 40% хлопок, по-моему. 30 лен и 30 вискоза. Вот такая вот волохатенькая ниточка. Вот. Мои продвижения. Вязать жилетку я буду мотивами. Вот у меня получилось 3 мотивчика связать. И все, на этом я остановилась, потому что ну невозможно вязать девочки в 50-градусную жару. Я не знаю, как можно выжить, не то что вязать. В общем, я связала 3 вот таких вот мотива. У меня к этой жилетке уже связана баска. Вот она будет вот здесь вот пришиваться. Баска. Вот, она связана в одну ниточку. Вот, сам жилет будет поплотнее, а баска внизу будет, вот она уже вся связана. Сколько тут ее? Какая у меня толщина на 54 размер? Ну, в общем, вот такая вот басочка будет. Вот такая будет жилеточка, девочки. Все будет. Обязательно довяжу. Обязательно. Почему и пошла в проект. Чтобы начать и подстегнуть себя. Это был мой второй стартовый день. Я обязательно все сделаю, довяжу. И покажу. Значит, в третьем стартовом дне у меня тоже из кировской розы начала вязаться кружево. Мне очень хочется белую кружевную кофточку. И вот я решила попробовать ее связать из ленточного кружева. Вот такое вот кружево. Простенькое кружево. Самое простенькое, какое есть. Вот. Удалось мне с
с третьего стартового дня провязать еще вот столечко. Ну, в общем, немного. В общем, вот он мой, этот самый. В общем, немножечко, но я все равно продвинулась. Связала я крючочком 1,3. 1,3. Это роза. 330 метров на 50 грамм. Очень хорошая нитка, сильной скрутки. Классная, я ее обожаю. Вообще люблю кировский комбинат. Не, ну я, конечно, вяжу и итальянским хлопком, и разным всяким. Но кировский люблю. Так, на четвертый день у меня был подсолнух, девочки, подсолнух. Вязала я подсолнух из кировской розы обратно. Это у меня листики были. Вот. А сам цветочек вязала крючочком, единичкой. Вот. А сам цветочек у меня был из виолета. 283 метра на 50 грамм. Вот такие вот ниточки. Вот такие ниточки у меня были. И вот такой получился у меня цветок. Вот. Весит цветочек 9 грамм. Вязала его по мастер-классу Натальи Котельниковой. У нее там есть подсолнух. Мне очень понравился. Я пересмотрела очень много подсолнухов. И больше всего мне понравился вот этот подсолнух по мастер-классу Натальи Котельниковой. Это брошь. Вот ее изнаночка. Вот ее я тут вверху приделала. Держится очень крепко, хорошо. Вот, дочери очень понравилось. Наверное, заберет. Вот такая. И пришила стразиками внутри. Ну, так как это брошечка. Я не знаю, может быть, еще украшу зелененьким бисером вот здесь. Ну, посмотрю. Здесь в серединке люрикс. На этих лепесточках тоже люрикс. Ну, в общем, может быть, здесь украшу бисером. Вот такая вот у меня брошечка связалась в четвертый день. Так, и последний, пятый день у меня, ой, случилась неприятность. У меня не хватило пряжи на мой проект. Но творческие ж люди не сдаются. Я в 50-градусную жару съездила в магазин, и мне очень повезло. Я купила недостающий моточек пряжи. Это пряжа Норка. Вот такой золотой коллекции по германской технологии. 320 метров на 50 грамм в этой норочке. Состав у нее вот пух норки. Ну, это кролик, скорее всего, потому что очень мягкая. И 20% козьего пуха. Вязала крючочком пятерочкой. Вот осталось у меня 25 грамм от моточка. И, значит, получается, если 25 осталось, и 25 грамм у меня, девочки, ушло мериноса. Вот такого мериноса. 1400 метров на 100 грамм. Вот такой красавчик. Но это я для стабилизации. Думаю, мало ли, как она себя поведет, я никогда ей не вязала. Вот такой вот, девочки, у меня получился берет. Вязала по мастер-классу Оксаны Handmade. Очень хороший мастер-класс. Вот такой вот беретик. Вот такой вот. Пушистенький. Вот он уже такой. Он очень пушистый. Цвет, естественно, не передается. Цвет очень благородный. Такой лиловый. Вот. Передается очень ярким.
Очень красивый беретик, пушистенький такой, пушистенький. Я его вязала, он уже был пушистенький, очень приятный, приятный к телу, приятный. Я не знаю, кролик это или не кролик, но оно такое мягенькое, может быть, козлик какой-то. Но такой, очень такой пух, прямо на ветру колышется, на воздухе даже колышется. Очень пушистая, волохатая, на камеру не видно. Но получается дорого-сердито. Моточек 50-граммовой пряжи у нас стоит 550 рублей. Такую брошечку я ему вчера прицепила. Уговорила соседку в 50-градусную жару сфотографироваться. Вставлю фоточку. Вот. Так завершился наш проект «Неделя стартов». Хорошие девочки все участвовали. Спасибо огромное Анечке. У нее всегда очень интересные, добрые проекты. Она очень много подсказывает. В общем, я желаю всем удачи. Всем хороших проектов. Всем легких петелек. И всего самого-самого доброго. Довязать все свои начинания. И чтобы сбылись все ваши мечты. Всем всего хорошего!